Среди достижений философского факультета хотелось бы отметить, что целых три группы, в состав которых входили сотрудники и преподаватели философского факультета, создали электронные курсы, получившие высокое признание на разных уровнях, в том числе и на международном. Также хотелось бы отметить, что в этом году значительно большее количество студентов философского факультета, чем раньше, выиграли участие в зарубежных стажировках. И, как ни странно, для этого года многие из этих стажировок состоялись. Хочется пожелать факультету в следующем году плодотворной, интересной творческой работы по преобразованию наших основных образовательных программ. Всем сотрудникам и студентам хочется пожелать внутренней гармонии, а также того, чтобы все, чем они занимаются, приносило им радость. С наступающим, философский факультет!